солнышко. Голубое. Елочки наши. О, как красиво здесь. Солнышко какое. Красиво. Под елками уже кто-то тропинку истоптал. Уже там не то. Прям нравится ходить. Под... Надо пусть еще раз с ребенком пойдем. Под елочкой. Здесь были ветки ниже, и было прям темно-темно под елками. Сейчас красиво. Ванна еще горячая, походу. А я прям шла, у меня прям вот... А, вот тут... А, вот тут дырочка, да, я прям вышла, оттуда пар. И чесночком прям пахнет, обалденно. Камеру запишем. С 8 марта, да? Я даже переодеться не успела. Да, я что-то даже не заметила. Да и я тоже. Да, Дима, пострижный, не пойми как, да? Ничего, да, смотрю, да. Так модно, кстати. Сейчас делать кожу бывает вот без этой. Без челок можно. Не знаю, не знаю. Дима как постриг себе. Вкусно? Там еще пицца. И тут пицца. И еще пицца. 8 марта 2023 года. Пицца, ням-ням. Пицца? Да. Ням-ням. Ням-ням. Ты не все, что телефон спрятан. Ну, половину точно. Ну, кто хочет с орешками, а кто хочет без тебе орешков. Тебе без орешков? Ну, да, наверное, без. На. Что, ты боишься, что там это... Че? Фундук? А, ну я боюсь, что я не проживу. А, нет, там какие-то другие. Там шоколад, наверное. А, другие? Не, ну внутри там, наверное, да. Внутри как конфеты, немножко салат. Вкусно? Самый мой любимый, там, бабу и барин. Самый вкусный конфеты. Цветочки какие. Посмотрим, вкусно или нет. Такая красота получилась. Вот это очень вкусное. Такой прям копченый, вкусный. Эти чипсы. 80-90 рублей. Ну, ничего так. Что-то привкус какой-то не очень. Тоже. Пахнет чесноком. Тоже вкусный.